Третий день летней творческой школы маленьких пианистов стал для ребят, родителей и педагогов одним из самых интересных и запоминающихся. Участники посетили экскурсию по городу, сделали поделки своими руками в художественной галерее. А вечером юные музыканты и их наставники собрались в концертном зале детской музыкальной школы имени Балакирева. Организаторы творческой школы подготовили подарок – музыкально-поэтический вечер Руслана и Людмила. Известные строки Александра Сергеевича Пушкина прозвучали в исполнении актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Анны Большого. А руководитель проекта Александра Большова аккомпанировала художественному чтению фрагментами из оперы Руслана Людмила «Глинки». Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей, чей подвиг будет не напрасен, тому дерзайся, плачь, злодей! В конце вечера зрители поблагодарили артистов бурными аплодисментами, а также смогли сфотографироваться с ними. На открытой летней творческой школе маленьких пианистов атомных городов ребята каждый день репетируют по несколько часов, посещают серии мастер-классов, под руководством опытных наставников оттачивают каждую деталь музыкального произведения. Каждый день работы школы завершают отчетным концертом участников. Варвара Закалина в первый раз участвовала в экспериментальном фортепианном ансамбле, в котором объединились 4 юных исполнителя из разных городов. Мне больше всего очень нравилось работать с ансамблем, потому что это такой небольшой опыт. И, конечно же, большое спасибо за создание этого проекта, потому что это очень интересный такой и жизненный опыт быть, ну, и в то же время и на концертах выступать, но в то же время и играть с товарищем, играть с партнером. Это было очень интересно, потому что когда я сама играла, было так очень как-то сухо, как-то тихенько. А когда сыграли, аж такое было какое-то небольшое даже удивление такое, потому что так как оркестр зазвучало. Это колоссальный опыт для детей. Иметь такую широкую концертную деятельность. Каждый день происходят вечерние отчетные концерты. Детки каждый день стараются, отрабатывают задачи, которые ставит им Александра Леонидовна Большого. И за эту короткую неделю огромные шаги преодолеваются в направлении улучшения игры, качества игры. Открытая летняя творческая школа в Сарове стала продолжением проекта «Школа маленьких пианистов», который уже 2 года реализуют в рамках программы «Территория культуры Росатома». В проекте участвуют 15 маленьких музыкантов из 5 городов России – Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара и Сарова. На фортепиано оттачивали мастерство и самые маленькие участники школы. А сколько тебе лет? 4. Со мной коня играла Женя и большая Маша. А я на колокольчиках была. Конь мой скачет по дороге без хлыста и шпор. Летняя творческая школа маленьких пианистов атомных городов завершится гала-концертом участников. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.